начался новый сезон, новые задачи. Вот, как бы, думаем выиграть чемпионат. Молодежный состав Казанского «Рубина», как и основная команда, начал подготовку к новому сезону в начале января. Первый сбор прошел дома, в Казани. За это время тренерский штаб просмотрел большое количество новичков, лучшие из которых отправились вместе с командой на первый заграничный сбор в Турцию. В целом подготовка прошла, все, что запланировано, было сделано, в хороших, в отличных даже условиях, шикарных, в Турции, в гостинице «Адора» с великолепными полями. Все три сбора молодежка провела в турецком городе Белек. Сбор всегда проходит тяжело, как бы нам дали сильную нагрузку. Много работы над новой тактикой, потому что мы сейчас перешли под другой стиль. Вот. Ну, что-то у нас где-то получается, думаю, будем прогрессировать. Сбор довольно-таки сложный был, как бы готовились, ну, к чемпионату. Но я думаю, удачно прошли сбор. Контрольные игры, там где-то 3 игры выиграли. Вот, хорошо подготовили сезону. Состав команды по ходу подготовки претерпевал значительные изменения. Жестоков, Джалилов и Махмутов отправлялись на сборы с основным составом. Часть игроков уезжала на просмотр в клубы российской премьер-лиги и первого дивизиона, а также в нижнекамский «Нефтехимик», который является дочерней командой «Рубина». Большое количество футболистов с прошлого сезона у нас в других командах будет играть. И там в аренду отдали, и вот в нижнекамскую. Будем надеяться, что усилили, да, своими футболистами. Поэтому немножко такое 50%, скажем, омоложение состава. Команду в минувшем межсезонье покинул целый ряд футболистов. Однако на сборы отправилась и группа новичков, в основном воспитанники Центра подготовки молодых футболистов «Рубин». Это более лидеры, одни из лидеров, так скажем, 93-го года чемпионов страны прошлогодних. Может быть, мы и больше бы людей взяли из школы. Просто зависит от того, будут ли они играть. Взять можно, они просидят в запасе, и у них возможности играть не будет. Вы знаете, что у нас команда еще одна, есть «Рубин-2», да, которая предоставит возможность остальным ребятам. И мы будем обязательно контактировать и с руководителями команды, и с футболистами. И будем, вот недавно играли между собой, такую небольшую тренировку провели. В итоге наряду с игроками из других клубов молодежную команду пополнили 2 футболиста из родной детской школы. Это Мираби Увидия и Константин Васильев. Адаптация пошла легко, потому что ребята все помогли, которые в дубле уже не один год. Мы поддерживали, там, несмотря на ошибки, помогали везде, всегда. Команда очень хорошая, добрая, все отзывчивые. Ребята все у нас дружные, сплоченный коллектив, им легко вливаться в состав команды, потому что все веселые, спокойно принимаем, общаемся. Будем надеяться, что с каждым годом из школы будет все больше футболистов у нас, из нашей личной школы, которых мы сами воспитали. И в будущем, наверное, 80-90% будет состоять из своих воспитанников. Стартовал сезон для молодежки в Краснодаре, где команда закончила первый матч чемпионата с Кубанью 0-0. Дальше же были разгромлены грозненский «Терек» дома и «Анжи» в Махачкале. В старт сезона, думаю, кайф удачный. Первую игру сыграли в ничью, вторую выиграли, уверенно выиграли. Первая игра проходила в трудных условиях, поле было трудное и погода была тоже трудная. Мы первую игру играли в Кубани, там было холодно, поле тяжелое было, мокрое. Непривычно было играть после искусственных полей. Сыграли достойно. Здесь уже показали более качественный футбол и по качеству, и по голам, и по результату. Мы довольны. Самое главное, чтобы ребята росли, понимали смысл этого футбола, который сейчас прививается. И чтобы им самим было интересно, в том числе и болельщикам, чтобы интересно было увидеть голы и интересный футбол. Новая философия «Рубина» почти ничего не изменит в игре молодежного состава, ведь вторая команда и прежде играла в атакующий футбол. У нас нет давления за результат, да, у нас мы не боимся проигрывать, у нас, то есть ребята всегда хотят, им все интересны, молодые ребята, им очень тяжело играть в обороне, дисциплинированно выполнять, то есть это такой вот именно менталитет молодежи, так скажем. Им всем хочется ярких событий, забивать, радоваться, поэтому они всегда играли, пытались атаковать. Сейчас просто это все у нас объединено с задачами главной команды, школы. Нам тоже говорят такие же задачи, такие же требования, как игрокам основной команды. Должны все выполнять. Эта игра всем нравится, это атакующий футбол, всегда с мячом. Тренировки проходят плодотворно, все ребята работают, стараются. К игре относимся очень серьезно, никакой расслабленности нет. Каждый игрок знает, что от него нужно, что ему говорит тренер, указания, и он старается выполнять. Цели на сезон у молодежного состава отличны от основной команды, ведь главное здесь не результат.
Я думаю, что всем приятно, конечно, когда команда твоя выигрывает и находится в лидирующей позиции. Но главная цель – воспитать футболистов. Мы это всегда подчеркиваем. Вне зависимости от результата, я имею в виду такого игрового плане места, очков. Самое главное, чтобы футболисты отсюда выходили профессионально подготовленными, обученными. И даже если не заиграли в нашей команде, могли бы себя проявить и в других командах, чтобы у них была профессия.